пельмени сварила. Все, масла, блин, нету. Надо завтра масло с работы принести. Пришел, короче, он посмотрел. Сказал, это у меня газ кончился. Не знаю я, если честно. Если газ кончается, он так разве будет делать? Ладно, короче, посмотрим. Утро вечером мудренее. Завтра теперь я найду, кто мне газ привезет. Как найду? Я знаю, кто мне его привезет. Хоть час. Но сейчас мне неохота, лень. Завтра. А завтра что, пятница? Вот, завтра. Придется Сашу простить. Ему хоть час позвони, прилетит. Все, я прибралась, надо в ванне там все помыть. Витек мне там натворил делов. Видать, там мыл мяч прямо в душе, душевой вот в этой. Все там загадил, там все в земле. Так. Убрать. Это вообще в стирку надо бросить. Надо Витюхе позвонить. Где он там? У меня уже все готово. Сейчас позвоню ему.